Добрый день, уважаемые садоводы! С вами Галина Латенкова, 5 августа 2023 года. Хочу поделиться удивительным зрелищем, удивительными плодами персика, который заплодоносил первый раз в этом году. Называется он у нас Diamond Princess Нектарин Харко. Вот такие удивительные фрукты небывалой красоты. Это именно нектарин. Еще гладкий на ощупь, цветности своей еще полностью не приобрел, и зрелости тоже. Но просто хочется показать размер плода. Сейчас я вам его покажу поближе. Первый раз он плодоносит у нас, и вот второй. Два плода на таком маленьком кустике. Вот такой красивый. Грамм 90 будет, по виду очень крупные и тяжелые. По размеру, вот смотрите на моей руке, практически занимает размер руки. Покажу. Вот. Вот такого размера. Я думаю, что будет очень вкусный. Необычный плод. Первый раз среди наших персиков. Такая красотища. Всех вам благ. Дай бог, чтобы они не упали. И мы их засняли еще в полной красоте и зрелости. Всех вам благ. Выращивайтесь, не бойтесь. И творите своими руками райский сад на этой земле. С вами Галина Латенкова.